зовут Георгий Черданцев. Рядом со мной Константин Генич. И мы попробуем... Посмотрим на состав хозяев. В этой схеме нет ярко выраженного центрального нападающего. А он им и не нужен. Атака идет всей командой. И тут можно ждать неприятностей от любого игрока. В агрессивной манере решили они сыграть сегодня. Все указывает на то, что соперник окажется под прессингом. Если на то ставка, то значит готовы они физически выдержать высокий темп игры. Высокий темп еще не обязателен. Они в первую очередь рискуют Здравствуйте, меня зовут Георгий Черданцев. Рядом со мной Константин Генич. И мы попробуем... Посмотрим на состав хозяев. В этой схеме нет ярко выраженного центрального нападающего. А он им и не нужен. Атака идет всей командой. И тут можно ждать неприятностей от любого игрока. В агрессивной манере решили они сыграть сегодня. Все указывает на то, что соперник окажется под прессингом. Если на то ставка, то значит готовы они физически выдержать высокий темп игры. Высокий темп еще не обязателен. Они в первую очередь рискуют Здравствуйте, меня зовут Георгий Черданцев, рядом со мной Константин Генич, и мы попробуем... Посмотрим на состав хозяев. В этой схеме нет ярко выраженного центрального нападающего. А он им и не нужен, атака идет всей командой. И тут можно ждать неприятностей от любого игрока. В агрессивной манере решили они сыграть сегодня. Все указывает на то, что соперник окажется под прессингом. Если на то ставка, то значит готовы они физически выдержать высокий темп игры. Высокий темп еще не обязателен. Они в первую очередь рискуют Здравствуйте, меня зовут Георгий Черданцев. Рядом со мной Константин Генич. И мы попробуем... Посмотрим на состав хозяев. В этой схеме нет ярко выраженного центрального нападающего. А он им и не нужен. Атака идет всей командой. И тут можно ждать неприятностей от любого игрока. В агрессивной манере решили они сыграть сегодня. Все указывает на то, что соперник окажется под прессингом. Если на то ставка, то значит готовы они физически выдержать высокий темп игры. Высокий темп еще не обязателен. Они в первую очередь рискуют поднятой линией обороны. Но без опыта с таким прессингом играть едва ли кто-то решится. Так что сегодня мы будем считать, что они уверены в своих ресурсах. Кевин Принс Буатен. Потери и мяч у соперников. Есть шансы в этой атаке, пока она продолжается. Отличный удар. Справляется вратарь, но есть возможность.